четверг в Самарской области переменная облачность без осадков, станет еще чуть прохладнее. 17-19 днем, ночью 11-13 выше 0. Ветер северо-восточный 2-4, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани ясно, днем плюс 18, ночью плюс 12 градусов, северо-восточный 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 18, ночью 11 выше 0, северо-восточный ветер 4 метра в секунду. В Самаре переменная облачность, плюс 17 в дневное время, ночью плюс 12 градусов. Северный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.